Друзья, привет всем! Это краткий обзор ICO проектов, и сейчас хотел бы познакомить вас с такой компанией, которая называется SkyF Chain. Это первая операционная платформа для бизнес-роботов B2R на базе блокчейн. Итак, сейчас находится на этапе ICO. Вообще он должен был уже закончиться, но ICO продлили. Так что успевайте. На самом-то деле это очень долгое ICO, которое длится еще уже, наверное, около, ну, несколько месяцев точно. То есть это даже около полугода. Уже инвестирована довольно-таки приличная сумма. Собрано уже более 5 миллионов долларов. Точно 5 миллионов 681 500 долларов США уже инвестировано. Итак, что же это за проект и как в него инвестировать? Так, если хотите инвестировать, нажимайте получить маркеры и далее вы заполняете там регистрационную форму, все как положено, подтверждаете свою почту и дальше уже в кабинете здесь вы также само заполняете свои данные. Свои данные, чтобы заполнить, нужно зайти в раздел My Profile и здесь уже заполняете свой эфириум кошелек, адрес и все как положено. После того, как заполняете, нажимаете в раздел Invest Now и дальше вам уже выдаст, хотите биткоин, хотите Ethereum инвестировать. Если хотите через Ethereum, здесь вставляете свой Ethereum кошелек, нажимаете подтвердить и дальше уже вам выдаст кошелек, куда нужно будет инвестировать, отправить Ethereum токены. Так, ну думаю, с этим более-менее все понятно. Так, давайте перейдем дальше на сайт и дальше просмотрим, что, как и происходит в данной компании. Сейчас с 5% бонусом вы сможете инвестировать. Да, видите, что были бонусы 40, и 30, и 20, и 10, сейчас 5%. Но на самом-то деле, то есть не огорчайтесь, что такой маленький процент, зато вы уже понимаете, что это за компания и сколько она денег собрала. Потому что есть компании, которые там дают бешеные 100%, а на самом деле ничего себя не представляет. А здесь уже доказала компания, что она у нее серьезные намерения. Так, дальше SkyF Chain. Бизнес-модель можно рассмотреть. Мы выдаем фиксированное количество токенов SkyFT, которое потребуется для любой транзакции внутри SkyF Chain. Фиксированная сумма токенов это 1 миллиард 200 миллионов. Токенов. Конечная цена ICO составит 0,065 долларов США за один токен SkyF Chain. Для любой транзакции внутри требуются токены. Пользователи запрашивают транзакции в SkyF Chain и надежно зарабатывают деньги за счет своего умного контракта. SkyF Chain является частью беспилотных логистических операций для беспилотных клиентов SkyF. Так, и дорожную карту давайте рассмотрим. Что нас ожидает? Это развитие частного блокады, создание международной правовой структуры, продажи первых беспилотных самолетов SkyF и расширение партнерской сети в регионах без строгого регулирования грузовых беспилотных рейсов. Это СНГ, Азия, Африка. Так, и команда, которая работает над данным проектом. Все ребята русскоязычные. Ну, почти все. Есть вот Христиан Лоренсен. А так, в принципе, все.
Так, советники. Сколько в процентном соотношении будет распределяться и куда. Так, и прошедшее, и это прошедшее мероприятие, это нам не очень интересно. А вот предстоящих пока нет. Окей, давайте посмотрим, что было последнее. Это Петербургский международный экономический форум. В Санкт-Петербурге. Так. И давайте еще посмотрим вопросы и ответы, самые популярные. Требуется ли в вашем проекте блокчейн? Когда же токены Skype попадут в обмен? Так, когда токены Skype попадут на биржу, примерно через месяц после ICO. Мы стремимся сделать его доступным как минимум на 3-4 обменных пунктах. Ну, это очень здорово. То есть на 3-4 биржах будет торговаться данная монета. Ну что, друзья, на самом-то деле все, что хотел сказать, я сказал вкратце. Для более детального изучения, конечно же, ознакомьтесь с white paper, ссылку оставлю в описании под видео. Также подписывайтесь на социальные сети, ставьте лайки. Это Facebook, также Twitter. Подписывайтесь обязательно, следите за последними новостями. Компания старается писать все по факту и по делу. Также вступайте в группу по телеграму, и здесь круглосуточная поддержка. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.